Здравствуйте, дорогие друзья! Вот уже стало традицией, что мы каждый год на протяжении нескольких лет собираемся здесь, в мемориальном парке, который называется Ходжалы 613, в президентском лесу, для того, чтобы почтить память невинно убиенных жертв трагедии в Ходжалы. Трагедия Ходжалы – это была настоящая трагедия, потому что за одну ночь с 25 на 26 февраля 1992 года были с особой жестокостью уничтожены, убиты, истерзаны, искалечены, но именно убиты 613 безоружных людей. Это старики, женщины и дети. Дело в том, что жители города Ходжалы были вынуждены покинуть свои места, и они в суровую февральскую зиму, через горы, были вынуждены покинуть свои дома и освободить село. Но были и те, которые не смогли сделать этого. И вот те самые бессильные, которые остались в своих домах, их именно и уничтожили с особой жестокостью. Это, конечно, трудно пережить, трудно осознавать. Но когда понимаешь, что те, которым удалось покинуть места все-таки, они, представьте себе, пешком через горы, Кавказские горы зимой, пошли пешком, чтобы спасти свои души. Ну и вы понимаете, конечно, что половина из них просто не дошли. И таким образом, именно в этой трагедии, именно в результате этой трагедии, оказалось очень много и сирот, и беженцев, и искалеченных, и без вести пропавших. Несмотря на то, что об этом факте все знают, и президент Израиля Рувен Ривлин с трибуны Совета Безопасности ООН объявил эту трагедию настоящим геноцидом. Несмотря на это, люди, которые совершили этот преступный акт, остались до сих пор ненаказанными. И ходят по этой земле, и ходят по той земле, где захоронены эти невинные жертвы. Пока мы живы, мы будем помнить, и мы будем ждать справедливости и желать, чтобы это никогда не повторилось. А сейчас я вас прошу почтить память невинно убиенных жертв Ходжалинской трагедии минутой молчания. Спасибо.